Приветствую всех на своем канале. Сейчас в разгаре сезон тыквы. И я вам хочу предложить приготовить очень интересный и вкусный десерт цукаты из тыквы. Этот десерт никого не оставит равнодушным. Давайте приступим к приготовлению. Тыкву очищаем от кожуры и внутренностей. Нарезаем на небольшие кусочки, примерно 1-2 сантиметра. Нарезанную тыкву перекладываем в кастрюлю, где она будет вариться. Половинку апельсина нарезаем дольками и перекладываем все к тыкве. По желанию, в качестве специй можно добавить еще кардамон, палочки корицы, гвоздику. Я добавила кардамон. В отдельном сотейнике варим сироп из 1 кг сахара и 250 мл воды. Добавляем 3 столовых ложки лимонного сока. Готовым сиропом заливаем тыкву и оставляем часа на 2, чтобы тыква пустила свой сок. Ставим кастрюлю с тыквой на огонь и доводим до состояния, когда она вот-вот должна закипеть. Прикручиваем огонь, и в таком состоянии тыква должна потомиться минут 5. Даем тыкве полностью остыть. Такие действия проводим еще 2 раза, то есть доводим до состояния, когда вот-вот закипит. Прикручиваем огонь, даем потомиться и полностью остужаем. Тыквенные кубики уже уменьшились в объеме, стали прозрачными. Процеживаем наши тыквенные цукаты через сито, чтобы ушла вся лишняя жидкость. Сушить цукаты я буду в электросушилке. Выкладываем заготовки на поддоны. Слишком плотно не надо укладывать друг с другом, чтобы они не слиплись. Апельсиновые дольки тоже рекомендую вместе с цукатами подсушить. Также цукаты можно приготовить и в духовке. Для этого подготовленные цукаты выкладываем на противень, устеленный пергаментом. Из 2 кг тыквы у меня получилась полная сушилка. Сушить будем при температуре 65 градусов, плюс-минус 15 часов. В духовке цукаты сушим 6-8 часов при температуре 60 градусов на режиме с конвекцией при открытой духовке. Готовые цукаты приобретают красивый янтарный оттенок. Перекладываем их в чистую сухую посуду. Для того, чтобы цукаты не склеивались между собой, их надо обсыпать смесью из кукурузного крахмала и сахарной пудры. Я взяла в соотношение 1:1 1 чайную ложку крахмала и 1 чайную ложку сахарной пудры. Посыпаем смесью цукаты, хорошо все перемешиваем и наслаждаемся. Хранить цукаты можно довольно долго в сухом прохладном месте в закрытой емкости. Но они настолько вкусные и необычные, что долго хранится, они у вас точно не будут. И ваши родные будут просить вас приготовить их снова и снова. Готовьте с нами просто по-домашнему. Я вам желаю, чтобы вам всегда было вкусно. Мира вам! До встречи в следующих видео!